Здоровеньки были, дорогие друзья, с вами Вышка, мы продолжаем играть на сервере, смотрим Антон и Медри, все как всегда. И сегодня у нас мероприятие, именно заплыв с кланом Легион. Присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Итак, дорогие друзья, как вы поняли, сегодня у нас будет заплыв, а именно от этого берега, от ПУ ЛВ к противоположному, в Юшке. Вот, кто первый приплывет, получит 1,5 миллиона, кто второй лимон, кто третий 500 тысяч. Так что давайте сейчас я напишу в это в чатик и вам все покажу, чтобы не было этого долго, это все затяжно, такое, вы поняли. Короче, пацаны, я написал вот, что сейчас... Вот, добрый вечер, дорогие друзья. Сейчас пройдет мероприятие «Заплыв». Призовой фонд 3 миллиона рублей. Все, кто желает поучаствовать, ждем вас возле БУ ЛВ, а именно на горе. Все, кто приедет, убираем авто. И все вы попадете в видос. Спонсор клан Legend. И сразу смотрите, сколько людей сюда едет. Ну, даем 5-10 минут, может, кто работает там возле Челяда или... Ну, где-то вот тут, например, вот этот пацан едет, может, он на МП хочет приехать, вот. Так что ждем. Ну, а пока передаем привет Зумеру, Хеннесси, Инферно, Мамба, Агрессив, Могилев, Мишаня, Раптор, Криптон, Алекс, Мирон. Ладно, пацаны, когда уже соберутся больше игроков, мы продолжим. Итак, пацаны, посмотрите, сколько за 15 минут, даже меньше, приехало людей. Смотрите, просто кто себя видит просто в Ютубе, да, на видео, просто смотрите, сколько людей. Я посчитал около 40 штук. Также Субарик вот смотрит, админ, за ДМ, за это все, чтобы не спавнили. Короче, все порядочно. Так, теперь давайте... А теперь давайте будем писать. Всем спасибо, кто пришел. Кто пришел. Ваша задача... встаньте все ровно в ряд. Бля, я метку не поставил, я забыл. Итак, пацаны, я написал, что вам ваша задача будет доплыть к Юшке, а именно на метку. Метку я поставил. Теперь давайте взлетим. Взлетели. Ой, дурак. Так, а сейчас будет на этой стороне смотреть клан Legend, который мне помогал мероприятие данное устраивать. Просто спасибо вам большое. Вот. И, короче, давайте долетим туда, до игроков, посмотрим. Вообще, как это... Какой я... Чё? Это пиздец. Куда вы все поплыли? Плыли? Я счет не начал еще. Такой, блин. Так, пацаны, что-то они поплыли вообще по-жесткому, посмотрите. Все, короче, поплыли, подумали, что уже надо плыть, и я сказал на счет. Вот, я написал F1 умереть и ждем вас на горе. Это просто хэштег фейспалм. Просто фейспалм. Погоди меня и тоже. Едешь, да, так. Теперь давайте. Все, кто вернулись в линию. Так, пацан написал, вот смотрите, второй раз сколько пришло, мне кажется, это тоже количество людей. Я написал вот в чат, чтобы вам на счет 3 надо плыть на ту сторону, а именно на метку, на там будут стоять люди, которые все будут фиксировать, обман не придет. Все готовы? Раз... Давайте посмотрим, там стоят, да? Два. Три. Все, погнали, 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 пацаны, погнали. Смотрите, бегут, 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 бегут. Вот это прыжок, вот это... Все, погнали, погнали, погнали. Так, быстро, 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 спавним самолет. Кукурузник, кукурузник, вот. И смотрим. Вот. Не, вот это эффектно, да, будет просто. И кто-то нас... Давай. Пацаны тоже наши плывут, да? Не, там кто-то уже доплывает, или что, на это они не считаются. Вон кто правильно плывет. Вот это хотели надурить, но фигушки. Так. Так.
Смотрим, пацаны. Вон кто-то плывет, но это не вот. Вот, пацаны уже плывут. Давай. Я думаю, полет это красивый, да? Так, давайте заспавним, убираем транспорт. Итак, первый был хам или кто? Вот. Не, что-то сразу, короче, пацаны, прилетело сразу очень-очень-очень много. Я второй. Ладно, пацаны, так как у меня стоял там Мирон, он сейчас свяжемся с ним в Дискорде, и он расскажет. Так, пацаны, говорите, кто там был первый, второй, третий. Хлам из БС был первый. Хлам, да, первый хлам. А второй? Так, блядь, тут целая куча нахуй, блядь, не разберусь. Если что, у меня есть запись, я могу пересмотреть лучше. Бля. Может, в хлам вообще хорошо шел первым. Тут вообще половина, понял, доплыли, блядь, этот. Я видел, только началось, они уже доплывают. Да, я думаю, вы что, охуели, что-то. Так, хлам из БС я тоже видел, что он, а второй, третий, так и что-то не понял. У второго я помню, как ник такой был цветом, типа розоватый, только вот это не Алекс был. Прогрессив? Чё, типа, нет, у него красный. Да, а третий не помните? Пересматриваем, мы только первого видим. Так они тут набежали сразу, я охуел вообще. Короче, давайте я пересмотрю записи, вам расскажу. Итак, пацаны, написал, что первым был вот где оно. В хлам он получает 1.5 миллиона, второй был South for You 101 миллион. И третий был агрессив, он получает 500 тысяч. Запись есть, и все будет на канале. Так, пацаны, если посмотреть МП, все писали, я подъезжал, я не успел, я вам давал 15 минут на сборы. Вот нечестно, все честно, потому что вы видели замедленную запись, там, у ДТП, да, еще одна ДТП. Не, короче, когда не выиграл МП, можно, наверное, подрезать, там, убивать, т.д. и т.п. Так, пацаны, мы приехали в банкомат, сейчас будем передавать денежки игрокам. Так, первое был в хлам. Так, главное сумму не перепутать или подарок, я уже так делал, когда давал приз, не то отдал. Так, в хлам, передаем ему 1.5 миллиона, вот, лимон 1.5, опа, передали. Так, теперь передаем игроку Sauce for You. Короче, надо всем в прихожую, походу, чтобы, блядь, там не ждали нахуй. Пацаны, как бы я тут продолжение снимаю еще. И вы так вовремя зашли все. А, я думал, это... Не, вырубите микрофоны. Давай. Короче, продолжаем. Sauce for you. Где он? Sauce for you. Мы ему передаем 1 миллион. Вот, лимон. Перечислили. И теперь... Спасибо огромное, я рот, насколько так. И кто у нас был агрессив? Вот, агрессив. Ему, бляха, муха, ошибкой задолбали. А ну 5 лимонов не перевести, так. 500 тысяч переводим, все. Всем все перевел. На этом все, пацаны. Вот такая вот МПшка вышла. Заплыл. Пишите ваши комментарии, нормально или нет, честно или нет. Ну, конечно, это видео наберет, наверное, много дизлайков за то, что многие не выиграли. Вот. Но там было все честно, вы все сами видели. Ну, с вами был Вушка и Клан Legend. Всем удачи, пацаны, и всем пока.